На столе сценарий и ручка. Ирина Оськина и Павел Тужилкин вносят последние правки в план юбилейного вечера. На праздничном вечере зрителям будет представлена новая книга Павла Тужилкина «За околицей». Стихи и рассказы нового сборника посвящены деревне, сельским жителям и природе. Она получилась спонтанно, хотя практически, наверное, я писал ее всю жизнь, потому что сюда вошли не только стихи, которые я специально писал для этой книги, но и все, которые написаны в прошлые годы. Детская школа искусств номер 2 как творческая площадка для встречи с писателем выбрана не случайно. Более 10 лет поэта, педагогов и воспитанников связывают дружба и взаимное сотрудничество. На стихи Павла Тужилкина преподаватель фольклорного отделения Ирина Оськина написала несколько песен. Его творчество, его стихи – это настоящая, реальная наша жизнь, наши чувства, наше окружение, природа, отношения человеческие. Чтение стихов авторам, русские народные песни в исполнении ансамбля «Горница» и педагогов детской школы искусств номер 2. Юбилейный вечер по задумке организаторов должен подарить гостям атмосферу тепла и уюта. Начало в 17:00, вход свободный. Все, кому интересно их деревня, не моя, а их деревня, и воспоминания об этой деревне, то милости просим, приходите. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.